Приветищи! Вот это поддержка! Я не ожидал, что данная игра наберет столько просмотров и столько лайков на предыдущем видосике. А игра называется «Съедобная планета навсегда». Ну что ж, раз такие дела, я продолжаю прохождение. И прохождение мы будем сегодня делать за осьминога. Очень много было просьб и комментариев о том, чтобы я разрушил какой-нибудь город осьминогом. Ну что ж, давай приступим. Посмотрим, какова история этого осьминога. С чего все началось? Лежал наш осьминог на донышке и грелся солнечным лучом. Но вдруг ему по лбу стук, прилетела алюминиевая банка. Он посмотрел вокруг и взялся за башку. О боже, что творится? Это же мусор в моем родном водном пространстве. Ну и решил наш осьминог вылезти на поверхность и посмотреть, что же там наверху. А там оказалось, рядом с его домом люди организовали мусорку. Ну тогда осьминог не выдержал и принял крайние меры. Хлыбыч, а вот и мы... Воу, Фантик, а от конфетки какой здоровый, а какой я мелкий, какая здесь огромная рыбёха, божечки. Оу, а днище-то какое мусорное, ты посмотри, бычки, крышки, алюминиевые открывашки всякие. И я есть это буду, что ли? А, я питаюсь мусором? Нет! Я когда за кота играл, я там ел людей, там столы, ну, хотя ножи, банки, тараканы, да, здесь мусор прям, ну, блин, это бычки, фу, фу, бычки, ужас какой! Какие же люди отвратительные, засорили весь океан или море, я не знаю, где я сейчас обитаю. А знаешь, на самом деле, чем я питался до этого? Я ел моллюсков, крабов и рыб. Это так вкусно, а сейчас это отвратно, это бычки. Фу, а сигарет, ужас какой. Вообще, это зло, когда ты употребляешь такую гадость и потом еще и выкидываешь эту гадость, чтобы травить окружающую среду. Ну, а я как настоящий санитар моря и океанов буду, соответственно, убирать всю эту гадость. Но потом, естественно, пойду и вывалю этим людишкам в их город. Нефиг, ибо нефиг мусорить окружающую среду обитания морских существ. Вот, вот что я могу сказать в оправдание себя. Так, что я здесь? Боже ж ты мой, крышки от бутылок. Ну вот, еще и этого не хватало. Ух ты, какие там классные пляжики. Ничего себе, я как дельфин могу выпрыгивать, ты посмотри. Вау, вау. Интересно, а тут будут какие-нибудь летать существа, которых я тоже могу съесть? Это было бы круто. Прям как акула. Выпрыгиваешь и хлыбыши съел, и все. И наслаждаешься. Так, а чё? Все? Я все крышки все собрал, да. Понятно, бутылок пластиковых нету, это хорошо. Что следующее в моем рационе? Что я еще должен... Ой, появились эти крышки. Ладно, собираем крышки. О, я подрос. Подрос на мусорке. Крышки металлические подбираем, соответственно. Когда же я начну уже мячики для гольфа-то есть? Сразу там, наверное, в весе прибавлю. Значит, мы с тобой сейчас набираем вес. Наконец-то эти фантики от конфеток начинаю кушать. А то они меня раздражали. Плавали тут такие, знаешь, как медузы. Ненавижу медуз, если честно. А вот эти фантики, они напоминают мне медуз. Оу! Сколько мусора прилетело. Рыбёха, здорово, я тебя толкаю, прикинь. Здорово, друган. Давай тебе. Давай как дельфинчик. О, красавец, давай еще разок. Нифига себе, я из тебя дельфина сделал. Ты теперь не простая рыба. Вот это прикол. Так, значит, я продолжаю саниторить. Ну, ты понял, да? Очищать море, океаны и дно. Днище и самое главное. Оу! Сколько мусора-то. Я подрос, и мусора стало еще больше. Это ты посмотри, что это плавает. Это же стаканчики от кофе. Ужас. А вот это что такое пластиковое? Я понять не могу. Что это за байда? Что это люди придумали такое? Ладно, неважно. Так, а это что за еж такой плавает здесь? Я не понял. Походу, если я до него докоснусь, он сделает мне бобо, да? Ау, действительно. О, мячики для гольфа. Пошли в обиход, все съедаем. Трубочку пластиковую тоже съел. Отлично. Ускоряемся. Хватит уже плавать, как тошнотики. Ух ты, сколько крышечек. Все это я съедаю, убираю. Баночку из-под кофе тоже, может, сделаем? Научим дельфинским приемам. Давай, сейчас вот стартуем. Оу, нифига себе, как я ее высоко подкинул. Круто, как обожаю игры с физикой. Просто это чума. Значит так, что еще? Я начинаю есть рыб. Вот это начинается деликатесная неделя у меня, слушай. Аллилуйя.
Так, вот эта вот здоровая ежиха, рыба-ежиха, она, между прочим, тоже ест рыб. И желательно ее схомячить тоже, потому что она мой корм отбирает. Ух ты, сколько я съел всякого. Днище нормально так почистил. Блин, укололся. Так, рыбеха, вы... Это все мне. Ежиха, нет, не возмущайте. Плавать туда-сюда. Так, значит, скоро я начну есть что-то новенькое. Например, вот я хочу попробовать кофе. Баночки, точнее, стаканчики от под кофе. Круто, я сказал. От под кофе. Ты видал? Рыбеху мою ежиха сожрала. Ах ты. Эх, когда я до нее доберусь, а? Надо подрасти и наказать ее. Сейчас я вот вилки. Что там еще? Что? Блин, уже пора что-нибудь новенькое начинать жевать. Скучно. О, как высоко я прыгнул. Значит так. Следующий этап. Пошли-ка вон туда. Пошли-ка, поплыли. О, алюминиевые банки. Наконец-то я их начал жевать. Наконец-то. Теперь я не простой осьминог, а алюминиевый. Банки. Тьфу ты, почему банки? Это же стаканчики от кофе. Наконец-то. Слушай, в них столько кофеина. Ну, хоть чуть-чуть полезности. Правда, картон с кофе это совсем невкусно. Банки! Бутылки! Бутылки едятся! Отлично. Блин, я действительно как какой-то перерабатывающий морской завод. Слушай, можно мне ежиху съесть? Пожалуйста. Воу, я вырос. Чайки, здорово, чаич. Как дела? Как я ее подкидываю? Офигеть, круто, чайки. О, унитаз. Так, если мне приспичит, я знаю, где здесь туалет. Шапки какие-то всякие, колеса, боже мой, что здесь на дне только не существует. Точнее, не упало на дно мое. О, вот, я начал есть вот эти пластиковые фигулины, значит, я считаю, что это от яиц каких-то, или от банок, тоже каких-то там бутылок, может быть, не знаю. Опа, это же, знаешь эту рыбу, я знаю эту рыбу, это мой друган, это рыба-попугай, вроде так ее зовут. О, наконец-то, ежихи, наконец-то я вас съем. Офигеть, теперь я буду колоться. Надеюсь на это. Ну, ежихи же, они колятся. Рыба, попугай, здорово, пошли туси. Оу, другана не кусает. Ты чё, офигел, что ли? Вот да что ж такое-то, а кусается? О, чайка, я придумал кое-что. Давай мы с тобой улетим куда-нибудь на юг греться. Увези меня, чайка. Оу, я чайку утопил. Прикинь, она под водой летает. Чайки под водой летают, ужас какой. Психодел! Я не знал, что чайки под водой умеют летать. Хотя, слушай, они умеют заныривать под воду, но летать под водой это прям фантастика. Спилберг отдыхает. Подожди, дай-ка я вот так вот. Вот. Опа! Как в рестлере, слушай. Сейчас. Нет, так. Ну блин, не получается. Давай еще. Да что ж это? Уплыло от меня. Я сейчас почувствовал себя рестлером. Вот так вот. Хопа! И пдыщ! Нет, не получилось. Вот так, да! На дно! Ты посмотри, она реально по дну летит. Ей пофиг на какой глубине. Вообще на все пофиг. Ну тогда мы ее съедим. Кстати, мясо морское отличается от... Как это сказать? От мяса, которое на суше. Но в данном случае это летающее мясо. Значит, едим деликатес. Отлично, чайки. Слушай, я действительно похож на акулу, которая вот так выпрыгивает и просто хватает что-нибудь, потому что акулы, когда голодные, они готовы съесть все, что угодно, на самом-то деле. Чайка! И даже если сильно захотеть, они могут и выпрыгнуть его так, какую-нибудь эту съесть, и летающую падаль. Так. Я почти очистил океан. Блин, все-таки я думаю, что это океан. Вот так вот, мы начинаем есть, это, по-моему, эти, как это, домики рыб, как называется? Я забыл. Я же вообще не образованный осьминог. Домики рыб называются кораллы. Правильно, кораллы. Вот, кораллы начал есть. Забыл это слово. Сколько чаек? Чайки. О, я другана съел. Божечки, колесо могу съесть. Все. Резиновый завод открылся. Буду теперь... Я унитаз съел, господи. Теперь у меня нет туалета здесь. Куда ходить в туалет? Зачем я это сделал? Еще одно колесо. И да, мы прошли. Собрали достижение Kite World Complete. И, как обычно, ни одной звездочки. А знаешь почему? Потому что мы на дне. Мы осьминог. Мы на дне находимся. Поэтому мы ни одной звездочки не заработали. Ладно. Следующая локация у нас. Погнали. Воу. Сколько места, сколько пространства. И сколько
А, подожди, это канистры? А, не канистры, а бочки. Это ж бочки, блин, красные. Знаешь, обычно в них нефть переводят. Перевозят. Но тут, походу, что-то пошло не так. И тут целый танкер затонул с этими бочками. Так, что у нас? Воу! Это что, это дельфины? Дельфиныч, здорово! Давай! Вау! Меня дельфины едят! Опасно! Так, я думал, что дельфины мои друганы, но оказывается, это все фуфло. Дельфины вражины мои. Ай, ну конечно, ты посмотри на меня, я как наживочка такая сладенькая, как желеечка, плаваю. Ага, отчебись от меня, не надо, не плавай за мной. А дельфины меня все хотят съесть. Но у меня-то есть нитро, ты посмотри, как я быстро перемещаюсь, если я сильно захочу. Жалко, кстати, я не могу пускать чернила. Да, чернила. На самом деле, у осьминогов есть защитная реакция. Они когда... Ну, не у всех, правда. Когда сильно испугаются, они пускают чернила прям в глаза своим врагам и быстренько угоняют. Угоняют, да. Так, есть попугайцев, попугаев. Так, тихо, не надо меня хавать. Надо хавать. Я вообще здесь, между прочим, общее дело для нас делаю. Унитаз сожрал, господи. Я чищу дно морское. Так, резиночку. Господи, я называл колесо резиночкой. Ну, в принципе, да. Если сильно захотеть, можно карандашик и колесом стереть. Все равно это резина. Я думаю, ты понял, о чем я, да? Так. Блин, когда уже эти дельфины от меня отвяжутся? А я знаю, когда я обрасту жировой... Да что ж такое-то? Жировой прослойкой. Буду очень жирный и большой, чтобы они меня боялись. Сейчас мы это сделаем. Сейчас все будет. А знаешь что, я что-то на поверхность не плаваю. Ну-ка, поехали на поверхность. А, на поверхности ничего и нету. Ой, скучно. Скучно. Да блин, дельфин, я тебя сейчас нокаутирую. В бочину как жахну. Всплывешь пузом кверху. О, бочки пошли, отлично. Чистим дно. Вот так, хорошо. Дно очищено. Я думаю, что все, можно. Да, наконец-то дельфины. Ну все, теперь мое время вас кусать пришло. Вот так вот. И так вот. О, круто! Ее! Звездочку мне, пожалуйста. Разбежался. Даже ползвездочки не дали, боже мой. О, глюк! Глюк! Я словил глюк, походу, солнечный удар. Ты посмотри, шапки вокруг меня крутятся. Какой-то конвейер шапочный, красный. Красно-шапочный конвейер, ужас. Все, пошли отсюда. А шапки, кстати, могу съесть? А нет, не могу. Шапки отдал мне, быстро. Шапки мои. Кто там их себе подтаскивает? Шапка моя. Да блин, не получается ее стащить. Да дайте мне одну шапочку хотя бы стащить. О, я себе почти на свою желейную бошку одел шапочку. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас наверху. О, труханы лежат. Ну-ка, ты прыгай. А, нет, я думал, я ползать могу по суше. Значит, берем так и выпрыгиваем. Оу. Ну, слушай, в принципе, я могу по суше поползать, если сильно захотеть. Вот так вот. Главное, чтобы на солнышке я не обгорел, потому что мази от солнечных лучей у меня нету. Выпрыгиваем. Шапочки с труханами. Все, съели это, убрали. Ну что ж, днище мы с тобой прибрали, теперь придется по пляжам пробежаться. Господи, сколько шапок. Я не понимаю, что здесь что, китайцы что ли живут, шапки шьют? Абибасовскую мою форму, одежку сшейте мне, пожалуйста. Валим отсюда, все, с этого островка валим, что у нас здесь. О, здесь у нас трусы, значит, плавают. Отлично. А, все что ли? У меня здесь всего три островка? Я-то думал. Ладно, значит, возвращаемся туда, где шапки у нас крутились, вертелись. Значит так, сейчас у нас будет с тобой водная аэробика, смотри. Хопана! Прыжки через пляжи! Опа! Через островки, точнее. Опа! Как я шустро все это сделал. О, все. Уровень прошел. Level complete. Отлично, едем в пятый уровень, что у нас там ждет. Ух ты, какие здесь рыбёки. Слушай, а что? Вау! Ты видал, что это такое летит? Это ж люди! Люди! Наконец-то, есть кого сожрать толкового. Так, значит, если вы будете меня бесить, и если вы тем более в меня попадете своей вот этой вот пугалкой, так, тихо, вы что, за мной охотитесь, что ли, я не понял? О, опасненько. Так, если вы меня сейчас попадете, я сейчас кому-нибудь ногу откушу, вот серьезно. И не посмотрю, что вы очень большие. Засосу и... Ой. Воу, я ощущаю себя Нео. Нео подводный Немо. Так, я не понял, как это человек ударился об рыбу и просто исчез? Это возможно? Вау! Так, все, цель принята. В меня попал чувак один, я его запомнил.
И скоро ему настанет хана. Так, тихо, тихо. Почему они охотятся за осьминогом? Да шо ж тебя, я тихо, тихо. Еще один. Да, валим отсюда, все. Да господи, как. Ты видел? Человек подстрелил человека! Кажется, я придумал новую игруху, ребята. Ребяха, давайте. Давайте, вам надо развернуться. Стрельни в него. Ты видал, прям в пукан ему зарядил вот этот товарищ. Ух, жестко. Чуваки, как же я обожаю вас троллить. А еще хочу больше вас съесть. Блин, опять меня попали. Когда я уже больших рыб начну хавать, а? Это очень сложный уровень. Так, моя рыба, отстань. Все мое. Все, что морское, все мое. Все, что здесь плавает, все мое. Блин. Оказывается, меня еще и рыба кусает. Ай-ай-ай-ай-ай. Я понял. Меня здесь еще и рыбы хотят сожрать. Ясно. Значит, аккуратненько обходим все это дело. Ай! Как я неудачно сюда приземлился. Есть! Комбо сработало. Сработала комбо. Человек уничтожил человека. Рыбий подвиг совершен. Чувак, здорово. Я тебя сейчас скамячу. Да, наконец-то есть людей. Можно есть людей. Сладенькое место. Га, да. Вот так просто. Вот, я вижу, там человек. Отлично. Аквалангисты. Мечта каждой акулы. Огромной морской акулы. Я в данном случае, конечно, не совсем акула, но, в принципе, пойдет. Расплавались тут всякие двуногие уродцы. Что? Кто придумал называть этих двухногих человеком вообще? Я не понимаю. Вот осьминог это нормально, осьминог. А человеки это ужас. Опа, человеки! Ты видал, акула человека съел? Подожди, там кинцо, чипсы мне принесите, пожалуйста. Тут акула людей ест. Так, давай на дно. Человек, на дно. Иди на дно, там акула плавает. Я хочу посмотреть, как тебя сожрут. Экшен мне. Вон акула, вверх поднимись. Дятел ты. Вверх. Давай вверх поднимись. Да что ж такое-то, а не получается. Акула, я тебя покормить хочу. По-братски. Давай ногами вверх. Пускай тебе хотя бы ноги откусит. Что ли? Вот, тихо. Эх, я тебя спас. Чувак, я тебя спас. Ты мне должен кучу рыбы принести. Слушай, надо акулу покормить. Но она голодненькая, ты видишь, она тут плавает туда-сюда. Давай. Есть, я скормил акуле человека, наконец-то. Теперь эта акула не будет меня жрать. Я ее задобрил, можно сказать. Так, чаечки. Что я здесь еще могу съесть? Что у нас здесь на дне? Туалеты. Обалденно, я нашел туалет. Здорово. Знаешь что, мне кажется, что я уже могу позволить тебе толкнуть акулу. Сейчас мы это попробуем сделать. Акулочка, ты где? Ну где ты, вылази. Вылази, иди сюда, я тебе сейчас пузо почешу. Полетели, как дельфинчик, нифига себе, я ее выплюнул отсюда. Вот это мощь. Да, все-таки осьминоги это сила. У меня такое ощущение, что я уже могу, в принципе, съесть акулу. Хотя, вот, яхты, смотри, яхты. Там вертолеты залетали. Ужас. Акулы, здорово, я теперь вашего размерчика. А ну-ка, иди сюда. О, да, закусончик. О, что это за рыба такая здоровая? Это не китли случайно какой-нибудь там, а? Не знаю, что это такое. Или это может быть какая-то акула более большая. Хотя, есть такая вероятность, что это какая-то акула. Как насчет прокатить осьминожечку? Устройте мне, пожалуйста, экскурсию. Да блин, ну прокатите меня, пожалуйста. Ну чё вы жадины такие? О, я может утопить могу? Подожди. Я своим весом могу утопить, кажется, корабль. Хотя, нет, ты не поплывешь туда, я тебе не разрешаю. Стоп. Может, я ДТП устрою? Давай попробуем поднять катер так, чтобы он подбил вертолет. Не, это сложно. Это сложно, да. Вот так. Да, не получится. Ладно, не буду страдать ерундовиной. Я лучше поем людей. Поем акул. И начну есть ржавое корыто. Отлично. Машинки. Ну, кто не любит машинки? Даже если они ржавые. Смотри, какую я пробку здесь устроил. Вот это я понимаю. Выплыла тут такая желеобразная осьминоговская башка. И просто собирает... уплыли. Скотобазы. Я тут такую пробку собирал роскошную. Ну, ничего.
Знаешь что, по-моему, я дорос, чтобы съесть что-нибудь на поверхности. Например, вертолет. Вертолет? Блин, улетел. Давай еще раз. Есть, вертики, вкуснота какая, а? Сколько там винтов, пропеллеров. Ей, наконец-то. Наконец-то вертухаи пошли в обиход. Скоро и до кораблей доберусь. О-о-о, вот так вот. Ну, а, не получилось друг на друга насадить. Да, жалко. Ей. Еще один. Ей, наконец-то, ты посмотри. Ну, блин. Оу, все, я подрос, я теперь могу есть эти корыты плавающие, вертолеты и яхты. Это теперь все съедобно. О, подожди, по-любому я уверен, что в следующий раз мы выберемся на пляж. По-любому, вот я прям чувствую, что мы сейчас выберемся скоро на поверхность и начнем сносить города людей. О, я начал есть новых акул. Да, это все-таки оказались акулы, а не киты какие-то. Что у нас там наверху? О, это же танкер с грязью. Так, надо это как-то, я не знаю, опрокидывать это нельзя, это точно, может быть, это пропустить, чтобы оно уплыло куда-нибудь подальше от нашего дома. А, ты глянь, он развернулся, он только здесь и плавает, вот скотина, а. Подтолкнем наш мусоровозчик, я его на самом деле хочу к берегу оттолкать. Давай, толкаем, я погрузчик, точнее, толкач, и вот так вот, отлично, и поехал обратно на этой мусорке в море. Так, тихо. Мы едем с тобой на сушу. Весь мусор скидывать в город людям надо. Тихо, куда ты собрался? Не плыви туда. Да блин. Давай толкай, моя жирная силиконовая. Ой, да что ж такое, давай толкай эту махину. Моя желейная башка. Наконец-то это получилось. Разгоняемся. Вот так вот, я почти получилось. Нет, я не дам тебе выйти в море. Сиди на суше. Боже, кажется, ну тут такой подъем, что он все равно слетит в океан. Есть единственный выход остановить эту мусорку. Это нарастить себе бока и стать чуть больше, чем 14 метров. Есть, я подрос. Отлично. Отлично, так. Воздушные шары? Я могу есть воздушные шары, вы серьезно? Они лопаются, как шарики. Ты видел? Там... на меня подводные лодки... Нет, на меня объявили охоту подводные лодки. Бомбаните друг друга, пожалуйста. Пожалуйста, стреляйте в друг друга. Ракеты летят. Сейчас мы попробуем. Вау. Есть, они друг друга подрывают. О, круто. Вот это чума. Просто вот так обхитрил людей, и они подорвали сами себя. В подводных же своих лодках. Я полопаю лучше шарики. Полопаем шарики, мы с тобой. Опачки. Слушай, да у меня прям сегодня happy birthday. Столько разноцветных шариков, и все в мою честь. Еще и подводные лодки, как выпрыгивают из-под воды. Ну-ка, давайте. Опа! Они там друг в друга бомбанулись. Давай, выпрыгивай, подводная лодочка. Выпрыгивай. Ножи. Ее, ты посмотри, как они выпрыгивают. Я надрессировал подводные лодки. Честь мне и хвала. На самом деле я еще хочу выбраться на сушу. Ну, пожалуйста, я хочу в кинотеатр сходить, попкорн пожевать. О, наконец-то, я мусоровозы и поедаю. Офигеть, как долго я ждал этого момента, чтобы эти какахи не плавали по воде. Ай, офигеть. Ох уж эти подводные лодки, наконец-то я отведу их. О, фу, как тяжело, сколько металла в них. Слушай, они такие тяжеленные, у меня сразу на животе такая тяжесть от этих подводных лодках. А, я лучше пойду посмотрю, что там на суше. Ребята, здорово. Воу, кажется, я маленький городок схавал. Божечки, а это что такое? Плавает. А, о, это танкер. Офигеть. О, ты посмотри, это что, это мусор? Это мусор? Да ладно вам. О, короче, надо этот мусор как-то убрать. Я уже 67 метров. Офигеть, какой здоровенный. Ты прикинь, какой монстр. Это больше, чем 23-этажное здание. Офигеть, вот это же я здоровяк, а. Вот это я отъелся. Вот люди накормили меня мусором. Всяким. Вот теперь поедайте свои плоды, как говорится. О, наконец-то я танкеры начинаю хавать. А может быть я пойду сейчас еще раз на сушу выберусь. Там еще пару домиков было. Нет, мусор, точно мусор. Давай, мусор этот съедаем. Так. Да, я очистил наше море и океаны от этого мусора. Офигенно. Ну вот, в принципе, и все. За осьминогом мы прошли. Следующее у нас это мышка. Ну, я правильно понимаю, что мы за мышь будем играть? И эта мышь, она будет где-то там пожирать все в Африке.
И я даже боюсь представить, что сделали люди этой мыши. Ну или другие животные, что они сделали этой мыши, что она начала в Африке поедать всех. А, кстати, в Африке водится мыши или нет? А, неважно. В общем, если тебе понравилась эта игра, и ты хочешь увидеть продолжение, ты знаешь, что делать. Ставь лайкосик, оставляй комментосик под видосик и подписывайся на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Ну, а я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр и пока.